Специальная комиссия по поддержке местных товаропроизводителей была создана в августе месяце текущего года по инициативе акима области Бердыбека Сапарбаева. Основной деятельностью комиссии является продвижение актюбинской продукции в различных направлениях. Необходимо отметить, что за 9 месяцев текущего года рост доли местного содержания достиг порядка 18%. Все, что производится на территории Актюбинской области, и если строят наши компании, то они в обязательном порядке должны использовать местные материалы. На втором этапе, если нету в Актюбинской области, соответственно, с Казахстана, с любого региона. Ну, если действительно в Казахстане, тогда, конечно, это уже допускается, что за рубежа, откуда-то с России, там, с Китая, с других регионов. В ходе заседания были подписаны 5 меморандумов, направленных на поддержку актюбинского производителя. В рамках каждого соглашения одна подрядная организация обязуется применять в производстве продукцию 12 местных компаний. Подписали меморандум товаропроизводителям Актюбинской области. Мы являемся строительной компанией, работаем, строим объекты школы, административные здания в области. Много, конечно, нас местные строительные материалы интересуют. В частности, вот мы сегодня видели производство дверей, тоже заинтересовало нас. В соседних областях брали, в России закупали. Теперь будем у местной компании покупать, производителей. Отметим, что для удобства подрядных организаций была организована выставка местных товаропроизводителей. Так, один из подписанных меморандумов предполагает сотрудничество компании «Спарта и Кос» с актюбинским предприятием по производству межкомнатных дверей. Наша компания «ТО Westline Doors» представляет бренд «Дом мой». Мы занимаемся изготовлением межкомнатных дверей. Также запустили недавно производство мебели. Корпусная мебель, мягкая мебель, спальные гарнитуры, но все-таки основное направление у нас межкомнатные двери. Работаем мы с 2014 года, ассортимент представлен более 150 моделей, делаем под заказ, делаем и в наличии. Подписание меморандума, конечно, даст нам толчок определенный в развитии, так как если согласно меморандуму получается подрядные организации будут делать у нас заказы, у нас увеличится именно канал сбыта, рынок сбыта, и, соответственно, это придут новые инвестиции, которые потом в дальнейшем, к примеру, положительно скажутся на развитии компании. На выставке актюбинские компании представили продукцию и услуги в таких направлениях, как строительные материалы, производство спецодежды и многое другое. Николай Сырбов, Азамат Сауханов, телеканал «Актюбе».